2096 популярных видеороликов на моем канале на вечер 29 июля 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube, что является весьма замечательным, потому что определить количество популярных видеороликов на моем канале практически невозможно, потому что самих видеороликов много. Позавчера, утром, да, 27 июля 2024 года, мой канал прошел рубеж 66 тысяч опубликованных видеороликов. Ну и как среди этой массы определить, да, какие из них популярны, а какие нет? Да никак. Ну это невозможно. Но сейчас это и не нужно делать, потому что на YouTube есть агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве популярных видеороликов, да? И это замечательно, потому что избавляет от лишних хлопот. Можно просто брать и использовать эту информацию себе во благо. Что я сейчас и делаю, снимая этот видеоролик. И спасибо YouTube за это.